Арбуз тут рос, он уже, видимо, не вырастет. Арбуз, блин, все засыхает. Уже он, видимо, плодов не даст. Вот тут еще цветет. Арбузам в наших условиях нужна хорошее лето, много солнца, чтобы не было, поле было открытое, не было под тенем. Вот еще раз. Не было под тенем, чтобы земля была хорошо прополена, там ни одной травинки, чтоб почти не было.
картошка уже все выросла. И чтоб желательно она была прокопана хорошо, мягкая была земля. И желательно еще много удобрений насыпать, много навоза. Вот тогда арбузы будут хорошо расти. И, возможно, вырастут достаточно большие. Как одним летом у нас так было. А как тут много травы, много кабачков. Кабачки всю энергию здесь собирают себе. Тем более еще земля нехорошо прокопана, не очень мягкая. Все вдобавок. Еще вдобавок не очень прополено, травы много и кабачки еще растут и тоже тень там создают и все вещества себе берут полезные, и так арбузом вырасти шансов почти нет. Но с ними волоки много, если там где более теплые края, там наверное не так сильно надо с ними возиться, а тут очень уж много нужно усилий прилагать, чтоб их вырастить. Хотя если лето будет хорошее, то может не так уж много этих усилий. Но все равно главное это чтобы было прополено, все очень хорошо прополено и земля мягкая, вот это для них самое главное. Ну и чтобы не особо так много под деревнями, где там сильный тень падает постоянно, там они не вырастут. Как видно, кабачки довольно хорошо растут и при таких условиях, какие тут есть. С ними не надо так возиться, с ними проще. Поэтому иногда вырастают маленькие, хотя бывают и созревшие маленькие и вкусные, но все равно очень их тут никто не выращивает, возможно не зря, потому что эти силы, что на арбуза потратить, можно на что-то другое потратить. А то зиме так много сил проработать надо, а потом, чтобы покушать, так как бы, может, не окупается, может, лучше просто купить, либо на что-то другое потратить. Либо поотдыхать в это время. Хорошие яблоки, приспелые. Я 7 минут записываю. Пойду я за малиной. Посмотрю. Уже, возможно, ее уже и нет.
сливы, это я их пересаживал. Вот они. Ой. Я летом их пересаживал. Вот, ну, вот очень много я воды лил на них. Вот это еще как-то более-менее прижила даже. Вон сливка одна видна. Две даже. Там было видно, как она цветет. Вот. Те похуже прижили. Их меньше поливал. Они там возле дома росли, я их пересадил. Надо было осенью пересадить, тогда, видимо, не так надо сильно было их переливать. Они очень сильно и то засохли. Вот, только нигде листья. Это где-то уже второй или третий год они. Они где-то два года не давали плодов. Вот, а теперь уже хоть маленькая его, хоть одна дала.